Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В ближайшее время на рассмотрение Госдумы может поступить законопроект, отменяющий 500-рублевый штраф для водителей за излишнюю тонировку. Авторы инициативы уверены, что от затемнения автомобильных стекол нет никакого вреда. Пленка защищает от солнца, повышая безопасность движения. Также парламентарии высказали недовольство тем, что за неудаление тонировки автомобилист может быть наказан административным арестом до 15 суток. Дескать, эту меру нельзя применять хотя бы в течение первых суток после получения штрафа. Трасса 101. Сразу несколько автомобилей иранского производства могут оказаться на российском рынке в ближайшие месяцы. По мнению экспертов, в первую очередь они составят конкуренцию продукции «АвтоВАЗа». Например, речь идет о седане «Сайпа Шахин», сделанном на старой тойотовской платформе. Машина комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 110 лошадей. Еще один потенциальный гость из Ирана – клон Peugeot 301 под названием «Иран Ходра Тара». Двигатель у него немного мощней, плюс, возможно, наличие автоматической трансмиссии. Трасса 101. Московские власти собираются и дальше закручивать гайки в отношении автовладельцев. В настоящее время чиновники обдумывают возможность наложения штрафов без участия инспекторов и камер фиксации. Как это сделать? Конечно, в новых автомобилях имеется модуль «Эроглонас». С его помощью можно отследить и скорость движения машины, и направление, и другие параметры. Для того, чтобы воплотить идею в жизнь, видимо, потребуется вносить изменения в законодательство. Трасса 101. А «Шкода» решила не отставать от мировой тенденции перехода на выпуск электрических кроссоверов. Чешская разработка получила название Vision 7S. Серийное производство модели может стартовать в 2026 году. Новинка отличается футуристическим экстерьером, в котором выделяются небольшие вертикальные фары, узкая полоска ходовых огней и особенная радиаторная решетка. Количество мест в салоне 7, причем одно из сидений предусмотрено исключительно для маленького ребенка. Что касается электродвигателей, то их будет 2. Информации о мощности пока нет. Запас хода Vision 7S составит 600 километров. Трасса 101. Пока в России многие ругают систему начисления дорожных штрафов, мол, это неиссякаемый источник пополнения казны, в США взяли да и отменили на один год штрафы за превышение скорости. Правда, речь идет всего лишь об одном маленьком городе в штате Арканзас. При проверке выяснилось, что местный бюджет получает из карманов автовладельцев более половины дохода, тогда как в законе говорится о 30-процентном пороге. Сейчас чиновники разбираются в том, кто именно допустил такую оплошность. Вернут ли водителям лишние деньги, неизвестно. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».